Всем привет, это канал Саша Киндер. И сегодня мы открываем вот такое вот яйцо тачки. Киндер, большой киндер сюрприз тачки. Здесь у нас ждут какие-то интересные игрушки. Да. Итак, открываем нашу наклеечку. Открываем эту пломбу. Так. Да. Что у нас тут есть? Смотри, Саш. Что тут есть? Здесь всякие игрушки, подарки. Итак, достаем первую игрушку. Здесь у нас киндер-сюрприз. Раз. Да, смотри, Саш, пока поиграйся с этим киндером. Достаем еще один киндер-сюрприз. И начнем его открывать. Итак. Ага, здесь у нас вот такая машинка. Первая машинка, первая наша игрушка. Вот, Сашуня, это первый киндер. Открываем следующий. Следующий у нас выглядит вот так. Смотри, Сашунь, почти такой же, как у тебя. Так, развязываем. Развязываем. И тут у нас следующая машинка из тачек. Вот она, следующая машинка. Так, сколько у нас здесь еще осталось сюрпризов? Еще достаточно много. Открываем следующий. Похоже, это самолет. Такой же, как у тебя, Сашунь. Да. Развязываем. И... та-дам! Это самолет. Вау, какой клевый. Ух ты. И он ездит вот так. Почти пошел на взлет. У-ху. Так, следующий. Следующий киндер-сюрприз, который у нас в большом мега-яйце, это машинка. Машинка-тягач. Машинка-тягач. Гляди, Саш. Он будет перевозить все эти застрявшие машинки, если они вдруг поломаются. Достаем еще один. Еще один киндер-сюрприз. Вот такой вот он у нас зеленый, подарочный, завязанный. Это что же там такое? А там машинка полицейский. Машинка полицейский. Юху! Смотрите, какой у нас уже набор. Там где-то застряла вот эта машинка, Сашунь, ты уронил. Самое главное, молния Маквин, да. И здесь у нас остались еще раз киндер. В мега киндере у нас вот такой вот сюрприз. То есть яйцо в яйце. И еще один киндер. Вот они, два. И, Саш, ты припрятал, я знаю, здесь еще один киндер. Который, судя по всему, это самолет. Сашуня, держи. Сейчас будет крутая игрушка. Вот самолет какой. Самолет. Большой самолет. Пассажирский самолет. Теперь у нас два самолета и целых четыре машинки. Да? Ну и давайте откроем вот такие киндеры. Что же там внутри? Держи, Саш, вот поиграйся пока этим киндером, а мы откроем вот этот. Итак, это у нас киндеры Маша и Медведь. Так, достаем. И тут у нас какая-то статуэтка. Статуэтка волка из мультика Маша и Медведь, судя по всему. Вот она какая. Итак, у нас вот какой красивый волк. Вот что нарисовано на картинке. Вот. Здесь нужно собрать целую коллекцию. Медведи, Маша, Заяц, Белочка и Волк. Вот наш Волк. Отлично. Держи, Саш. Давай тебе, где там наши самолетики? Волка я спрячу, а то вдруг ты захочешь его скушать. И открываем следующий, последний наш киндер из большого мега-яйца. Что же там внутри? Итак,
Та-д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 ан. И тут у нас... Вау! Какое-то белое создание. Какой-то белый зверек. Давайте посмотрим, что нарисовано на картинке. А на картинке вот такие котята. И вот такой вот зверек у нас. Он как бы должен быть в коробочке. А вот сама коробочка. Он должен лежать в этой какой-то магической своей коробочке. Вот такой вот. Давайте его откроем и положим. Вау, он такой прорезиненный. Он какой-то такой мягкий. Смотрим. Вот. Итак, у нас в киндере собрались вот такие вот игрушки. Вот такие вот машинки. Давайте их снимем отдельно. Вот такие. Вот такой котеночек. И волк из Маши и Медведь. Вот. Ну, и, Саш, покажи машинку. Покажи всем зрителям машинку. И вот такая вот машинка у нас. Вот такое. Из вот такого яйца. Вот такое яйцо. У нас подарок. Вот такой большой мега-сюрприз. Что ж, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Саша всем передает привет. Ну и говорит пока. Это был канал Саша Киндер. Всем счастливо. До новых встреч!